Поехали. Кто? Могу я рассказать? Давай. Хотите? Давай, давай. Слушай, у меня вот на этот раз какой-то более приличный анекдот, чем прошлый, про брынзу, если честно. Можно? Да. Давай, давай. Вот. Ну, тоже тема секса, конечно, не пройдет мимо нас. Раз уж вы начали это все, я уже даже не знаю, как просто анекдот рассказывать. У меня есть про смерть в аварии, ну, как бы, нельзя же прилично рассказывать, судя по всему. Да, так. Вот. Суть в чем. Скамейка. Ну, обычно, знаете, двор, допустим, ну, как, блин, знаете, где в центре, допустим, на Соне Кривой вот эти дворы такие, там все поросшее такая, и скамеечка стоит. А в центре сидят два деда. Прям два деда, прям такие вот деды сидят, все такие. И там в центре же девушки ходят, они вот смотрят на Соню Кривой, вот девушки ходят. Михалыч, конечно, вот бабы пошли, конечно. Вот раньше пройдет, и у тебя сразу же встает. Вот ушла, впал. Проходит еще одна, сразу же... Энергетика сразу же встает. А типа, а сейчас, да. А сейчас таких баб нет. Баб таких нет. Ну это правда. Спасибо. Анекдот от баклажана. Ба-ба-ба. Анекдот от баклажана. Вау-вау-вау. Анекдот от баклажана. Е! Баклажана. Спасибо вам огромное. Вячеслав Мясников сегодня и всегда. Спасибо за все, за чувство юмора и удивительную улыбку. Классный канал.